Ты правильно сделал, но ты поторопилась этой рукой привести ружье в себе сюда. И из-за этого оно как бы легло, но рука справа не сработала. Главное правой рукой все равно сбросить ружье на плечо. Ты не бросаешь, ты его тянешь левой рукой, а ты его брось. Но левый придерживаешь. Вот так? Да. Вот так? Вот так? Бум. Вот так. Ей! То есть ты кинула, а этим, ну, кам, контроль. Левая рука контроль, этой рукой. Ну. Ты когда зарядку делаешь, ты вот так когда стояла, твоя рука осталась в этом же положении. И тебе это может помешать двигаться. Ты эту руку можешь на самом деле чуть-чуть отвести в сторону. Это можешь сделать вот в этот момент времени, когда ты скинула, у тебя здесь она расслаблена. Ты контроль делаешь, не фиксируя. А такой раз, и ты можешь чуть подальше ее увести. Это тебе поможет сделать вот это. Здесь начинаю делать то же самое движение, которое мы делали до этого. Прижимая. То есть фактически то же самое, что и было другой рукой. Здесь повторяю. То есть я делаю так. В этот момент у меня вот здесь вот гуляет пара. И точно так же здесь прижимаю, вот как Таран объяснял, то же самое. И в этот момент у меня уже как бы идет ружье. То есть ты можешь это делать быстро. И ты можешь это увести сюда, и там много места. И потом сразу вернуть, speed, right? И здесь ты можешь гулять, как тебе удобно. Yeah, he's saying about this arm, I'm gonna translate it. Like, I'm kind of like getting stuck, and you feel like being loose, so you can kind of control where it is and help yourself. You need to move it a little closer. And I'm kind of, I hold it like this, and I'm kind of hold it like this, stiff, instead of just flip it and be a little like smooth and kind of help myself. The one thing about loading that way you gotta watch out for is don't touch the barrel, because you could shoot a lot of rounds and it's burning hot. Yeah, and he told, that's what he was telling before. Yeah, he mentioned that basically I want to hold it with my thumb, don't grab it like this, and don't pull it because it can be hot. Kind of keep it loose. Yeah. So when I'm here, I kind of lose it. And okay. I also like don't grab it and hold it like this, right? I can like move it. So я могу показать пояс. Okay. All right, have him do a clean run. Вот смотри, вот ты стоишь, ну, неважно, там вот так ты стоишь, ты раз бросил, вот ты бросил ружье, оно у тебя здесь бросается, ты можешь его как угодно поместить, то есть вот ты раз бросил, да, и все, и так. Раз, ты можешь себя здесь вернуть, то есть вставил, и здесь ты туда-сюда. Faster, harder. Right here. Okay, yay. That's a dollar. $1. All right. Dollar, that's worth the money. I'll buy that for a dollar. Right. Now look, your grab is too slow. Just get to that thing fast. Grab it hard and go, okay? Grab it hard? You're grabbing really slow. Like, go quick, but get it firm and go, all right? То есть, когда ты будешь кидать, не держи ее, не фиксируй. Ты можешь это просто точно так же, да, свободно двигать. А потом, когда ты бросишь назад ружье, бросай, сейчас бросаешь, да? Да, все, ты вернула, как тебе удобно. There's so many details. Crazy. Нет, I know. It's so... Okay.
Good. Good. Crazy. Which way do you like better? Left. This is like the, yeah. It's very like, it's so many like details, and you have to really feel it, and you have to really play it. Yeah. But once you get it, you get it. It's like. Yeah. You get it. Well, thank you for teaching her how to do it. Thank you so much. Знаешь, почему вот это упражнение, оно более удобно для соревнований? Why? Потому что когда ты заряжаешься вот так, в практической стрельбе есть декорация. Okay. What is he saying? Ты можешь не перемещаться, эти декорации, они могут мешать, потому что длинный ствол. Okay, he's saying so sometimes, like, so in Russia... He thinks the maneuvering that way isn't as good, right? Yeah, he says like in Russia, first of all, that right, everybody does right now right hand. In Europe too, nobody does left hand. Why? Because like when you go to competitions, there's a lot of like decorative stuff, and when you do transitions, it can be like in a way. Okay, когда, keep going. When вот you do так, it like this, у тебя более маневренность very maneuverable вокруг this. Декорации. You can like walk around the вот, stages, ну, like например, I'm shooting, вот like здесь, that. Да? Like that kind of stuff in the competitions. It's bad. Это плохой пример, потому что это не очень безопасно. It's a bad example because it's not very safe to do like yes, that right now. Но это пример только сейчас. It's just an example at this circumstance right поэтому now. Поэтому во многих как бы движениях, когда ограниченные декорации, используют when you have правую руку. Space, you use the right hand. Вот. И все крутые мастера, которые вот так заряжаются, best, like, параллельно Europe пытаются right все равно сейчас попытаться right научиться now, правой everybody рукой. Who does left hand, everybody trying right now to do the right hand everywhere. I think Josh Kinney wins everything and he goes both ways, but that doesn't sound good. Спасибо. Спасибо. So you can either get out of my fucking way or I'm back. No F words. F, I'm back.